Когда из крана не течет, а из канализации льет, на помощь «Сантехэконом» придет. Круглосуточная прочистка, отогрев и промывка скважин, труб и канализации. Обслуживаем всех, от частных лиц до крупных компаний. За доступные деньги избавим от проблем. «Сантехэконом» и ночью, и днем. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о проблемах с отоплением в Борзинском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале «Следком». Представители общественности просят внимания председателя СК России к коммунальным проблемам, с которыми столкнулись жители Борзинского района в период отопительного сезона. По причине ненадлежащей работы одной из местных организаций, ответственной за эксплуатацию котельных и сопутствующего оборудования, говорится в сообщении. Отмечается, что Следственное управление СКР по Забайкалью по данному факту расследует уголовное дело о халатности. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Алексею Вольному представить доклад о ходе расследования этого дела. Напомним, жители Борзи потребовали рассмотреть вопрос о должностном соответствии гендиректора компании «Ресурсника» Константина Кустова. Также сообщалось, что краевые власти обещают разработать программу, которая должна привести Борзю в порядок.